عن أبي العالي البراءات أبو العالي البراءات который сказал قلت لعبد الله بن صامت я сказал عبد الله بن صامت ونصلي يوم الجمعة خلف أمراء мы совершаем день جمعة молимся в день جمعة за أميرами فيؤخرون الصلاة они откладывают намаз قال он сказал فضرب فخذي ضربة أوجعتني он ударил меня по бедру больно. Вакаля, сальту абазар анзалик. Я спросил абазара про это. Фадараба фахизи, он ударил меня по бедру. И сказал, вакаль, сальту расуля Аллахи, саллаллаху алейхиссалям, анзалик. Я спросил об этом посланника Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, сказал абазар. И он ответил, факаль, саллю салата ли вакт, я совершайте намаз в его время, ваджалю салатаку маагум нафиля, а намаз с ними делайте в качестве нафиля, дополнительного намаза. قال وقال عبد الله اسказал عبد الله ذكر لي أن النبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر упомянул мне что пророк صلى الله عليه وسلم ударил Абу Зарра по бедру то есть это был Абу Самит так говорит зачем вот это вот бить по бедру польза какая от этого а это форма метод для обращения внимания слушателя, чтобы он был внимательный, сконцентрировался и потом не забыл этот хадис. Внимательно, это очень важно, чтобы не забыл этот хадис в какой-то день, когда-нибудь. Почему? Потому что... Почему не забудет этот хадис? Потому что с этим хадисом связано особое событие. Понятно или нет? Вещь не забывается, когда с ней связано какое-то событие особое. В данном случае ударил и больно ударил. Уже не забудет. Да? Даже если вот мирские дела, какие-то заботы, да, и человек память плохая может забыть. Но здесь не забудет, потому что этот удар, он ему не даст забыть этот хадис, и он его вспомнит. Хорошо? И говорит Ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, вот в этих вот хадисах, этот намаз, который в начале времени, он лучше, чем намаз джамаа в таком положении, говорит, нет, не так. Потому что не лучше намаз джамаа. Не так, что человек сделал, и все, хорошо. Нет, не лучше. То есть, почему? Что они делают? Потому что они совершат намаз в начале времени и еще совершат намаз в джамаате. Таким образом, что сделают? Объединят две пользы. Понятно или нет? И сами совершат в начале времени, и потом, когда будет проводить Амир, правитель, с ними тоже с джаматом совершит. А если не успеет, например, он знает, что правители обычно откладывают, да? То есть это их обыкновение. И совершит. А потом вдруг окажется, что они тоже совершили. Тогда как? Ибн Усаймин говорит, ну, а как обычно бывает? В любом другом случае, когда человек опаздывает на намаз. Хорошо? С него это уже спадает, эта обязанность. Правильно, это джамат, это обязанность этого джамата с него спадает. И мы сами даже говорили, помните, и награду получает человек за джамат. Да, если человек пришел на джамат, получает награду за джамат, даже если опоздал по уважительной причине.